Во вторник, 4 сентября, в Рязанской средней школе номер 69 для учащихся 5 Б класса был проведен урок по безопасному интернету в рамках проекта ОАО «Ростелеком». Школьникам рассказали о том, как правильно пользоваться всемирной сетью, чтобы избежать различных опасностей, с которыми они могут столкнуться при пользовании интернетом. Я хочу поздравить вас с началом учебного года. И так как я представляю компанию «Ростелеком», сегодня это крупнейший провайдер. Ну, провайдер – это такое слово, возможно, вам знакомо. Это компания, которая предоставляет доступ к всемирной сети, к интернету. Поэтому, наверное, являясь такой достаточно разветвленной на территории России компанией, мы с уверенностью можем сказать, что мы об интернете знаем не просто много, а мы знаем практически все. Те возможности, которые сегодня предоставляет сеть интернет, они, конечно, огромные, колоссальные. Это и обучение, и развитие, и самообразование, и очень много развлечений. Но тем не менее мы понимаем, что сегодня интернет небезопасен. Он втаит в себе и много угроз. И поэтому сегодня Ростелеком запускает очень интересный проект «Безопасный интернет». И вот на таких уроках, которые сегодня у вас пройдет, мы будем вам рассказывать вместе с вашим учителем, мы будем рассказывать о том, как вести себя в сети, потому как сегодня очень много информации не просто не полезной для вас, но и достаточно опасной. Поэтому мы научим вас, как пользоваться контент-фильтрацией. И, конечно, мы уделим внимание тому, полезному, что дает интернет, но в то же время постараемся вас научить, обучить тем поведенческим навыкам, как вести себя в сети, как быть в нем уверенной и в то же время обезопасить себя от много нежелательного, чего там сегодня есть. Вот, поэтому давайте мы, наверное, начнем сегодня уже наш урок. Вот, я желаю вам всем успеха и в вашей учебе, и в вашем развитии, чему способствует сегодня огромная сеть интернета. Спасибо вам.